Всем привет! Сегодня прекрасный день. Нахожусь я рядом с банком Wells Fargo. Приехал сюда для того, чтобы открыть счет. Это второе мое посещение данного банка. Но, к сожалению, бюрократия банковская в США такая, что без создания appointment'а, это запроса, открыть счет не так-то просто. Мне предложили подойти завтра в режиме онлайн, у них все расписано. А теперь покажу еще кое-что для тех, кто сейчас будет визжать от счастья и орать, что в Америке все загнивает. Вот иду я по тротуару, и видите, какая картина. Люди просто-напросто остановились, расположились здесь на ночлег, прямо на пешеходной дорожке, и спокойно себе ночуют, укрывшись одеялами. Это их нехитрый скарб. Ну что сказать еще. Такие картины очень часто в США. Поскольку здесь люди, страна свободная, и люди хотят, работают, хотят вот таким образом живут. Никто им ничего не говорит по этому поводу. А теперь, внимание, 3, 2, 1, жду комментариев от хейтеров типа Киселева. Сейчас будут они орать, что меня ждет такое же будущее, ну и прочее блевотина. Ну а всем разумным и нормальным людям, берегите себя, своих близких, подписывайтесь на канал, и до новой встречи. Всем пока!